Ну что, друзья, приятного просмотра вам. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Смотрите наши новости каждое утро, не переключайтесь. Оказывается, еще в декабре прошлого года мы из виду потеряли известного российского артиста и юмориста Юрия Гальцева. Актер пропал с телеканалов и не выступает до сих пор ни в одной из передач. Что произошло с данным актером, мы решили разобраться, и вот что мы узнали. Оказывается, что артист серьезно болен. Но он об этом никому не рассказывает, только из-за того, чтобы в интернете не появились фейковые новости. Даже коллеги, и то мало кто знает, что он сейчас находится в одной из больниц города Москвы. Зачем это все скрывать, пока неизвестно. Может, действительно из-за того, чтобы не появились фейковые новости, но мы даже не можем вам рассказать, друзья, о том, в каком состоянии находится данный артист. Причем подробности, друзья, наши источники работают над этим. Постараемся в ближайшие дни выйти на связь с Юрием Гальцевым и взять у него небольшое интервью.